Ищешь, где купить дешевые робоксы, а главное, безопасные, без обмана? Тогда тебе на rbx.camp. У них курс 1 к 3. 100 робоксов стоит всего 35 рублей. Плюс в группе ВК у них постоянно проходят различные конкурсы и раздачи. Пользуйся, все ссылки будут в описании. Друзья, всем здорова, с вами как всегда Бамбуковый Хокаги Капанда. Добро пожаловать ко мне в гости. Roblox Shindo Life, Наруто в Роблоксе. Так, пушистики, ну что, пришло время сливать спины. Наше самое любимое занятие. Сейчас пойдем все это дело тратить и пробовать выбивать новенький Bloodline Morbius, который там Ван Хельсинг у нас, да? С шансом 1-160. Напишите потом в комментариях обязательно, выпал он вам, не выпал, сколько у вас ушло спинов. А также, ну, либо что-нибудь другое. Другой, может быть, вам выпало. А вы сейчас посмотрите, как там у меня с удачей, как у меня там что-то падает, что не падает, и можете сравнить, да? Обязательно ставим лукас, ребят, пишем комментики, залетаем в видос. Ладно, не будем томить, иначе попадос. Окей, жмякаем наверх. Жмякаем едит. Так, единственное, давайте посмотрим по абилити багу, что мы здесь секретного поставим. Так, во-первых, мы поставим, ребята, вверху будет у нас огонек. Внизу водичка, огонек, водичка, да, смотрите, огонь, вода, вот так вот мы расположим наши элементы, и после этого погнали пробовать спини. 1000 спинов у меня, не знаю, выпадет, не выпадет, ну в любом случае, ребята, я обзор на новый Bloodline, этот Хелсинг, Ван Хелсинг с ними, понеслась, ребята, погнали, будем смотреть. Во-первых, что ли упадет, не упадет, а во-вторых, сколько льется спинов. Погнали сначала по часовой стрелке. Но вообще, вот по своему опыту, у меня вот здесь вот падает. Чаще вот здесь вот падает. Блин, а что сейчас вообще ничего не падает. Так, сколько мы с вами сольем спины до того, как нам надо будет ускориться. О, Шиверакума, ребята, сразу же Шиверакума. А, погодите, я хотел посмотреть, до какого у нас... сколько лимитка она? Лимитка. 3 дня. 15 часов. Эта шляпа уже не падает, да? Сингоку. И это уже не падает шляпа. Кагоку у меня до сих пор нет. 1150, ребят. 1000 спинов тогда слил, даже больше. 1100 и не упало. Так, ну эта штука, надеюсь, упадет. Так, 3 дня, если что, у нас есть. Так, все, возвращаемся в Bloodline. 15 спинов я слил. Давайте здесь вот левую будем спинить. Левая. Полетели, ребята, полетели. Полетели. Блин, что-то как-то лагает. Я нажимаю, она что-то как-то была. О, нифига себе, Light Jockey, ребят. Light Jockey. Я говорю, тут как-то слева неплохо падает. Но тут первый и третий слот, мне как-то с него везет побольше. Но, что я говорил? А, ну, давайте спинов 300, наверное, сливаем. Если будет совсем долго, потом я ускорю. Чтобы вам уже не ждать. Ну и чтобы нам контент записать, чтобы вы видели... Как у меня здесь все на записи, без монтажа падает. Так, смотрите, здесь Азим Сенка. Давайте теперь верхние покрутим. Азим Сенка. Но тоже неплохой Bloodline. Не топовый, но неплохой. Так, здесь у нас падает болт. Ладно, погнали опять левую крутить. Так, сейчас пойдем перекочуем, ребят, на правую панель. Так, версия 120 у меня. Версия 120. Блин, что-то ничего не падает. Так, на правую панельку погнали. Так, я слил. Сколько? 60 спинов, ребят, слил. И у меня там еще 2 кода есть. А, нет, даже 3. 3 кодика. Правда, сколько они там дают, я без понятия. Ну, где-нибудь, я думаю, 100-200 в сумме, может, будет там, да? Ну, либо потом напишите в комментах. Я не знаю, сколько там они дают. Блин, ничего не падает. Так, погнали, короче, против часовой стрелки. Ну так, погнали. Так, о, Район Акума, ребята. Что-то Акумы маленько нам нападали, да? Так, давайте вот так вот по треугольничку пойдем. Кстати, давно я по треугольнику вот так вот не крутил. Так, треугольник. Так, вообще не падает. Так, короче, сейчас 100 спинов сливаю, ребята, и меняю потом... элементы. Так, 100 слили. Так, ability bug. Погнали по-другому. Сейчас поставим молнию. Смотрите.
Так, где там у нас молния? Молния. Сверху две молнии ставим. А внизу ставим два ветра. Вот так вот. Так, теперь вот такая у нас секретная комбинация. Посмотрим, как теперь с этим будет падать. А потом поставим 100 сливаем, потом ставим, ребята, 3 редких. Ну, 4 редких, точнее, поставим каких-то элемента и посмотрим, как они будут взаимодействовать. Так, а это что у нас? Что-то упало, что ли? Когда это я успел? Фига себе. Сарача, что ли? И что это у нас? Когда она там у нас успела дропнуться? Так, ладно, погнали. Все это дело спиним, ребята. Вот так вот крест-накрест идем. Так, левая панелька. Давай, левая панелька удачная. Bloodline, падай. Блин, это будет эпик фейл, если, ребят, с 1000 спинов не упадет. Но всякое может быть. Это же Roblox. Это же Shindo, ребят. А, кстати, тут сказали, что понизили количество 60 спинов стоит 100 робоксов. А сколько стоило, я не помню. Так, это что там, Эмеральд, ребята, мне упал. Походу дела, Эмеральд упал. Так, 872 остается. Так, погнали против часовой стрелки. Так, что-то как-то, по-моему, не ахти, ребят. Пару блудлайнов там топовых упало и все. И на этом что-то у нас все остановилось. И сейчас вообще ничего не падает. По-моему, зря мы молнию поставили. Молния с ветром. Так, Блад, кровь падает. Что-то как-то не рулит у нас молния, по-моему. Так, Сенка, ребята, упал. Такс. Bloodline, падай. Сент, ребята, упал. Так, Азараши. Какаши, Азараши. Так, 832. Блин, нифига себе. По-моему, молния не рулит, ребята. Так, где у нас там левая панелька? Давай, счастливая левая панелька. Первый, третий слот. Падай. Падай, Петрушка. По-моему, нифига не упадет. Давайте все вот эти 18 слева кручу. Так, и еще 100 сейчас мы с вами прокрутим. Так, Данга. Ну, неплохо. Но это все у нас уже есть. Так, Цунами. Тоже неплохо, но это тоже у нас все есть. Так, Аками. Тоже неплохо, но тоже у нас все есть. 4, 3, 2, 1. Так, идем в Ability Bug. И теперь ставим тут что-нибудь редко. Так, тут есть поиск. Давайте хаос. Везде врубаем. Раз хаос, два хаос, три хаос. Погружаемся в полный хаос, ребят, короче. Ability bug. А, Bloodline. Ну-ка, еще 100 спинов, ребят, пробуем вот так вот. Полетели. Раз, два. Блин, ну если не упадет, это будет пипец. Ну я в любом случае сниму. Чтобы там у нас не упало. Я в это... Завтра же, ребята, будет уже видос на новый Bloodline. Ну, потому что сегодня уже не успею. А завтра будет. Блин, ну ты что, прикалываешься, что ли, надо мной? Хорош троллить, разраб. Ну-ка, давай, кидай Bloodline. Папер, бумажка. 4 бумажка, а 4... Так, Сена Дакей. Один из моих любимых блудлайнов, ребята, упал. Вот это нормуль. Но это у нас уже есть. Так, погнали по треугольнику. Погнали по треугольнику. Так, Шторм. Шторм, ребята, упал еще. По-моему, вот так вот с хаосом получше. Падает, нет? И опять, видите... Так, Инферно еще упал. Так, погнали. Наверное, левую опять крутить. Все на доке крутим. Так, опять Шторм, что ли? Вы что, прикалываетесь? Ребята, опять падает Шторм.
Блин, вообще ничего не падает. Даже хаос не помогает, ребята. Хаос, ты что-то какой-то вообще хаос. Где блудлайны? Не знаю, не видел. Нифигашечки не падает. Вообще нифигашечки не падает. Клей. Кому что-нибудь заклеить? Упал клей, ребята. Так, 3, 2. О, нифига себе, опять Рая Накума. Вы что, прикалываетесь, что ли? Пипец, ребят, 30 спинов слил. Все, ускоряем. 2000 years later. А божечки ты мой, да неужели? Я уже думал, все, гейм ова. Ребят, смотрите, выпал новый Bloodline. А Хелсинг этот... Так, коды я не водил, 120 спинов ровно осталось. 800! 80 спинов ушло, чтобы выбить, ребята. Я валяюсь. 1,8 у меня вот с этой скидкой, да? А, зато мне знаете, что упало? Так, 1,8, да? А мне Доку Тенгоку вот этот вот падал 3 раза. Святой бамбук. Я думаю, что за фигня? Доку Тенгоку, ребята. Тогда я его тоже что-то очень долго выбивал. Что-то вот, по-моему, на этот, что ли, у меня 2000 спинов уходило. Так, блин, капец. Короче, вводим коды, ребята. Я уже думал, не выпадет. Так, раз код. Так, это что, 60 спинов, да, получается, там было? Еще так, 360. 390 спинов. Я валяюсь, святой бамбук. Так, я там уже столько тыркал, я просто выключил звуки. А то там все тринк, 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 тринк. Давайте хотя бы глянем. Так, что у него там? Так, вот сюда вот, ребят. А, нет, меня просили на мост. Мост. Випку создать на мост. Кто там просил випку на мост? Сейчас создам. Это, видимо, чтобы здесь на румаке с боссом, с багом, да, поиграть. Блин, я валяюсь. 880 спинов. 1,8. Мне кажется, там что-то разраб мутит, короче. А, он же там за робоксы выбивается. Мне кажется, он так маленько принижает вот эти вот шансы, чтобы ребята донатили там. Кстати, да, можно было пресечем на крайняк задонить там. Сколько он там стоит, что-то я даже не посмотрел. 600, что ли, робоксов. Офигеть, наконец-то упал. Итак, окей. Так, випка, видать вам, что там, 31x, это O или нолик? По-моему, O1R, да, внизу. Так, абилити, ребята, абилити. Блин, надо было там все попоменять. 200, 400, 700. Мод требует 400. Нифига себе. Так, 700. Ну ладно, это я за сегодня, наверное, прокачаю, ребят. До 700-го мы качнем. И мод, в принципе, не так дорого, да? И скиллы 500 тысяч, миллион, еще миллион. У нас 2,5 миллиона стоит. Хорошо, хоть у нас бесплатно разблокируется, ребята, этот. Мод бесплатно разблокируется. Вот такие пироги. Но если честно, ребят, что-то как-то это, так себе. Я думал там, 200-300 спинов уйдет. 1,8 со скидкой вроде не особо. Либо эта скидка вообще не работает, ребят. Но 1,8, согласитесь, должно было давно упасть. Эти скидки как-то через одно место мягкое, по-моему, работает. Ладно, пойду я прокачивать, ребят. Ждите, завтра будет видосик. Все, всем удачи. Надеюсь, вам там что-нибудь вкусненькое все-таки упало, да? Всем удачи, всем жму лапу, всем пока-пока. I like it.